Городские коммунальные предприятия к зиме готовы. Уже сегодня готовность по предприятиям составляет более 90%, а по некоторым и все 100%. Ремонт кровли, остекление лестничных клеток, восстановление теплоизоляции трубопроводов. Все эти работы коммунальщики продолжают выполнять до сих пор. Так теплосети отчитываются. Все 64 котельни уже готовы. На случай непогоды и техника уже подготовлена. Коммунальное предприятие «Улуат» практически 100% подготовило парк своей дорожной техники, другой спецтехники к работе в осенне-зимний период. Практически на 100%, это 97%, мы выполнили работы по подготовке и промывке систем центрального отопления, восстановлению теплоизоляции трубопроводов. Важным вопросом подготовки жилого фонда остается профилактический ремонт систем центрального отопления, горячего и холодного водоснабжения. А потому коммунальщики продолжают готовиться к наступлению холодов.